Отличного учебного года! В городе продолжается акция «Первый городской отличник». Наш телеканал начал ее в начале учебного года и уже раздал тысячи специальных наклеек на удачу кировским школьникам. Сегодня повезло ученикам 51-й школы. Вот, бежит, здравствуйте! Наклейки «Первый городской отличник» получают абсолютно все желающие, независимо от оценок в дневниках. Они заряжены только на отличную учебу, и с ними этот учебный год будет особенно успешным. В четверг ведущие нашего канала раздавали наклейки у 57-й школы. Сегодня встречали перед началом уроков учеников 51-й. Акция «Первый городской отличник» будет проходить и в октябре, пока ведущие не обойдут все кировские школы. Так что, если мои коллеги еще не появились у вашей школы, ждите, они обязательно там будут. По отзывам от тех, кто уже получил наклейки, они действительно приносят удачу в учебе.